добрались. Вещей по минимуму, пора раскладываться и начинать ловлю. Погодка просто шепчет. Великолепная погода. Вы не смотрите, что так вот он зарос кувшинками, и что он такой вот маленький пруд. На самом деле здесь ловится очень достойная рыба. Есть карасики, ротаны, красноперка есть, густера есть. Караси вообще до 2 килограмм ловятся. Но есть и маленькие, есть ладошку, есть меньше. Надеюсь, сегодня нам улыбнется удача. Хотя из наживки я немного с собой взял. Я взял только пшеницу, которая у меня запаренная и настоявшаяся, ну такую пьяную, как она называется, вонючую пшеницу, хлеб у меня и опарыш. Вообще нужно червяка брать, но с червяком сейчас напряг. Вы только посмотрите, какая красота. Посмотрите на эту природу. Сейчас у нас сентябрь месяц, уже есть пожелтевшие деревья. Вообще красота, листочки летят, природа просто замечательная. Удочку забросил, пока что клёва нет, парочку так поклёвок было. Я сделал себе хлеб с этим, как его, с ванилином. Сейчас я забросил на опарыши, посмотрим, как оно будет. Вообще этот пруд очень интересный, можно прийти, не поймать вообще ничего. А можно прийти и наловить 10 килограмм карася, а то и больше. Поэтому пруд этот сюрпризом. Я с собой взял прикормку, но тут тоже нужно быть аккуратным, потому что можно пригнать очень много мелочи с прикормкой. И в итоге вы будете ловить вот такую вот рыбку. Или будете постоянно ротанов таких маленьких таскать, которые вам совершенно не нужны. Нужно быть аккуратным. Мать-мачеха. Очень мягкое, нежное растение. К тому же полезное, обладает целебными свойствами. С поклевками пока тишина. Парочка была, попробовал подсечь, такая вот вроде бы грамм на 200 сошла, какая именно рыбка была, не знаю. Прикормил, где поплавочек, бросил парочку комочков, ну, так, таких, знаете, с теннисный мячик, то есть небольших. Самое главное мелочь не притянуть, вот сейчас есть маленькие поклевки. Неактивно. Неактивно, но погодка шепчет. Я уже переместился сюда немножечко правее и ближе. Рыба плещется, гуляет, хлопает. То есть рыбка, карасик есть, ловит. Ну как, не ловится, а есть. Он гуляет, но почему-то клёва нет. Так, что-то дергает. Я думаю, это ротан дергает. Поэтому пока что ни пшеница, ни прикормка не помогает, ничего. Пока что вот так. Наверное, сегодня не рыбий день, но зато сегодня идеальный день для отдыха. Чтобы угадать под предпочтение любой рыбы, сделал такой вот бутерброд. Опарыш, 2 пьяных пшеницы и хлеб на конец крючочка. Посмотрим, что будет. Возьмет что-то, не возьмет. Сделал глубину большую, чисто со дна. Сейчас заброшу и буду ждать. Что-то на мой бутерброд клевать никак рыбка не хочет. Сегодня не рыбный день. Определенно. Вообще ни одной поклевки. Вот она красота осени. Только посмотрите на эти краски. На эту цветовую гамму. Это красота.
смотришь, и глаз с душой радуется. Ну что ж, дорогие друзья, было несколько поклевочек, но все безрезультатно, очень вяло. Я сделал еще пару закормов, тоже немного. Закармливал я покупной прикормкой. И вот видите, такая вот баночка из-под червей. Я думаю, все знают, она продается небольшая. Вот я одну замесил и одной прикормил. Сейчас я свой бутерброд заменил на кусочек хлеба с ванилином. Во-во-во-во-во. Была одна выкладка небольшая, и все. И конец. То есть рыба очень себя вяло ведет на поклевку. Не знаю почему, очень странно. Хотя плещется, гуляет, я же говорю, хлопает. Не знаю почему так. Но пока вот так. Первая рыбка, друзья, не могу вам не показать, карасик. Вроде бы нашел секрет, надо делать маленькую глубину, сантиметров 30, и можно выловить вот такого красавчика. Пока положу себе в садок, а там не знаю, заберу, не заберу. Как бы грустно ни звучало, но в этот раз рыбалка вышла неудачной. Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Если посмотреть со стороны улова, да, рыбалка вышла неудачной. Мы поймали одного карасика всего лишь и все. Поэтому сейчас будем собираться, пойдем домой. А перед этим хотелось бы выпустить этого парня. Домой его не видно. Но он там. Сейчас мы его достанем. Один-одинёшенек он у нас здесь сидит. Бедняга. Вот он у нас, красавчик. Люблю карасей. Очень хорошая рыба. Она мне нравится. Поэтому сейчас мы его отпустим. Вот так. Оп. Все, плыви. А я буду собираться и потихонечку выдвигаться домой. Хотелось бы сказать в завершение, дорогие друзья, что берегите природу, не берите больше, чем вам нужно. Убирайте за собой мусор. Ведите себя достойно по отношению к природе. Если вы рыбак, отпускайте рыбку мелкую, пусть она подрастет. Берите столько, сколько вам нужно. Не нужно жадничать. И тогда все у нас будет хорошо. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам настроения. Выбирайтесь почаще на природу. Отдыхайте, получайте удовольствие. Заряжайтесь позитивом, дышите воздухом. Ну а я пошел домой. Пока-пока.